Всем привет, с вами снова Вэмп. Пополнение небольшое в коллекции. Правда, довольно ржачное, что это все-таки PlayStation 2 штамповка. Не совсем оригинал. Потому что, блядь, игровая платформа 2. Что меня на самом деле довольно даже прикалывает. Такие диски, наверное, даже будет поинтереснее собирать, нежели оригиналы. Хотя бы я не против оригиналов. Собственно, штамповочка. Куда же она денется, да? Опять-таки, игровая платформа 2. Немножко другой диск, в смысле коробочка по типу. Блин, одной рукой неудобно. Один момент. Так. Оба! Но здесь диск как-то более-менее, мне кажется, выглядит лучше. Тем более, что надпись на английском PlayStation 2. Но, скорее всего, тоже какая-то штамповка. Но, по крайней мере, смотрится гораздо лучше, нежели предыдущая, да? Вот. И это уже из моих старых запасов. Просто достал для сравнения. Это штамповка пиратская. Это штамповка моя пиратская. Ну что, удачно, я угадал с коробочкой, да? Хотя моя коробочка снята с оригинала, поэтому у меня все изображения Намка, возрастной рейтинг, PlayStation 2 и тому подобное. Но внутри у нас хлобысь DVD-болваночка. Не знаю, ставлю просто как... Не то что память, но на всякий случай, мало ли, если этот диск выйдет из строя, у меня хотя бы моя баланка останется. И последняя, уже не штамповка ни хрена, это полностью лицензия Greatest Hits PlayStation 3, причем даже запечатанный удалось найти, ни разу не вскрывался, ни разу не запускался. Сегодня была возможность прикупить либо открытую коробку за половину вот этой цены, либо за большую сумму, но оригинал, причем даже не вскрытый. Вот. Так что теперь у меня есть пополнение в коллекции и PlayStation 3, и PlayStation 2. И теперь буду потихоньку собирать себе серию Tekken. Следующий буду брать себе PlayStation 4, Tekken 7. И если удастся, поищу предыдущие версии Tekken'ов. И еще, если удастся, на PlayStation 2 надо найти оригинал Death by Degrees. Это ответвление серии Tekken, которая у меня есть болванка записанная. Но хотелось бы все-таки что-нибудь типа, хотя бы штамповку, хотя бы то, что не будет убивать мой PlayStation 2 со временем, так же быстро, как болванки. Ну, либо, если удастся, найти оттопырить где-то оригинал. Ну, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Вэмп. И в следующий раз увидимся, когда снова чуть-чуть притараню.